Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Леонтьева Татьяна. В следующей лекции мы поговорим с вами об особенностях организации контрактной службы, какие варианты создания контрактной службы на сегодняшний день существуют, какие документы должны быть приняты в учреждении для организации контрактной службы, какие нарушения допускают контрактные управляющие при работе в своей закупочной деятельности. Смотрите на видео консультанта.